Национальное достояние. С 14 по 24 февраля в Театре оперы и балета стартует фестиваль чувашской музыки. Что ждет ценителей, расскажет Юлия Важенина. Фестиваль чувашской музыки откроет жемчужины нашего музыкального искусства – опера «Хирбю Нарспим». Характер развития сюжета и образов относит эту оперу к жанру психологической музыкальной драмы. Основа произведения – народная песня. В хоровых сценах композитор использовал оригинальные фольклорные темы. Кстати, на этот раз опера посвящается 50-летию со дня первой постановки и 85-летию заслуженной артистки России, народной артистки Чувашии Тамары Чумаковой. Увидеть оперу «Нарспим» можно уже 14 февраля. Февраля зрители ждет еще одно известное национальное произведение, ставшее гордостью республики. «Сарпиге» – первый чувашский балет, получивший сценическое воплощение. Сюжет раскрывает тему любви красавицы Сарпиге и Сардивана. Сочинение буквально пронизано национальной символикой. Конечно, такой театр, как Национальный театр, должен иметь свою визитную карточку и в балетном, и в оперной части, как национальные спектакли. Этот спектакль мы очень успешно возили неоднократно на гастроли и в другие республики в том числе. Мы должны иметь целый пласт национальной культуры, обращать внимание зрителя на этот пласт. Это все-таки корни, это то, от чего отталкиваемся мы все, где бы мы ни были, и где бы мы ни жили, где бы мы ни находились. И, естественно, мы должны показывать это в первую очередь молодому поколению. «Шевармань» – легендарная, можно даже сказать, культовая постановка. Именно с этой оперы началась история Чувашского оперного театра. Сотни людей, пришедших на премьеру 22 мая 1960 года, стали свидетелями большого успеха композитора и исполнителей. Оценить постановку зрители смогут 18 февраля, а завершится фестиваль гала-концертом 24 февраля. Кстати, все эти спектакли поддержаны грантами главы Чувашии. Юлия Важенина, Атнер Корсаков, Республика.